Хорошая новость для родителей. Сегодня во всех детских садах Ставрополя включили отопление. Тепло начали подавать и в отдельные школы города. А вот в многоквартирных домах с центральным отоплением батареи пока холодные. Если жильцов это не устраивает, они могут обратиться в свои управляющие компании или в ТСЖ, советуют в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства. Напомню, по плану отопительный сезон стартует 15 октября.